Что ты такое? Можешь называть меня своими последними словами. Откуда ты взял лицо? Я это лишь маска без лица. Чудовище, которое никогда не было человеком. Я просто тихий крик сожаления, нашептывающий тебе из могилы. Я верю, что мою руку направляют высшие силы, чтобы я поразил врага. Как ты мог пустить это сюда? Это ваш сын, повелитель. Это не мой сын. Это ребенок. Живое дитя. Но я проследил, чтобы он умер внутри. Никогда не забывай на того, кто одолел тебя, дьявол. Это будет написано в твоей посмертной записке, которая растворится в воздухе так же, как и ты. За все время, пока дул ветер, и луна освещала этот грубый мир, я не знал ничего, кроме тени за этой маской. Хочешь увидеть мою тень?